комплекс факторов, наверное. Да, есть... любишь шутить иногда избыточно, не про это. Вот, наверное, да, да. Надо продраться сквозь своеобразный способ взаимодействия, и тогда все будет. То есть он надевает на себя вот какой-то образ, за которым Бог с ним, тяжело. Так, у нас не все. Не все сейчас. Могу сказать третий звонок, да. Они там. Да, скажи, а то сейчас ля-ля-то полята. Это ж квартирник тут много. Нет, ну это хорошо, потому что, чтобы как-то не было передоза одним автором музыки, одним автором стихов. Да все прекрасно, какой передоз. И, исполнителем, как знаете, у меня в какой-то момент случился очень такой долгий спор с Иваном Елынским, не знаю, известен он вам. Известен, конечно. Это наш любимый прекрасный исполнитель, пианист. И друг, да. А вы играете в одном тоже коллективе, получается, да? Ну, как сказать, мы играем, мы иногда собираемся. И вот мы называемся Small Band, Мария Смолова и Small Band, когда к нам присоединяется вот Ваня как пианист, присоединяется ударник, вот, и да, тогда это действительно как один коллектив. Но Ваня, он очень поддерживает мое творчество и поет тоже мои песни. Но как-то раз он мне сказал, когда я ему предложила спеть мои песни, что у тебя женские песни. Угу. Мне это так оскорбило в тот момент, потому что я про свои песни считала, что они у меня совершенно не женские. Я же не пишу такие песни, как, например, Елена Фролова. Вот когда там очень много в духе Ассоль, там вот это вот. Я убаюкивала боль, или там или соломинка любви. То есть я обожаю эти песни, но у меня таких песен на тот момент в моем творчестве не было. Это потом вот я влюбилась в Пашу, и у меня появилась песня типа «Вареника». Вот. И все вот это, вот вся вот эта лирика, которую вы слушали, она, конечно, была под влиянием моих жизненных перипетий. Вот. Но потом мы поговорили с Ваней, и стало понятно, что он имеет в виду под женским. Потому что для меня женское было как будто бы женское, это что-то такое вот нытье, она одинока, ее любимый мужчина куда-то ушел, она его просит вернуться. Вот как эти вот классические романсы. Не уходи. Так это мужчины ж поют. Вот мне так и сказали. Это мужчина придумали. Она скорее там, я жду тебя. Тоже, она ждет прекрасного принца. Вот я думаю, ну у меня-то такого нет. У меня вообще на тот момент песен о любви было крайне мало, практически не было. Они какие-то были все такие вне этого, вне отношений. А он что сказал? Женское. А он говорит, а для него женское, это вот как раз сегодня будет завершающий второе отделение песни про теплую зиму, колыбельной теплой зимы. Вот про нее он сказал, что она женская. Они, в них есть теплота и наивность, искренность, открытость, которыми мужчины не всегда обладают и не могут этим поделиться. И женское для него – это вот эта откровенность. Я подумала, ну да, действительно, мои песни этим характеризуются. Как будто бы детскость какая-то. Такое, то есть не стыдно действительно такие уязвимые части своей души и жизни открыть. И, наверное, вот сейчас второе отделение, как раз-таки оно... В общем-то, как и предыдущее про это, но чуть больше про вот эту вот внутреннюю такую борьбу у человека, которая бывает иногда, и первые композиции будут фортепианные. Сейчас я попробую. Посмотрим, что получится. Как раз-таки первый из них – это та самая, которая в сочетании с прелюдией Баха «Ре минор». Я не Иван Елынский, он мне там красиво играл, а я сыграю совсем просто, как я могу. Вот, но это вот еще здесь и Бах. Как это приложил руку, потому что я, когда училась в музыкальной школе, очень любила эту прелюдию и фугу. Не спал, забыл, где...
стоит кровать, не успеваешь простое надиктовать. Столько вокруг происходит ненужной хрени. На выходных удается чуть разгрести верхнюю стопку. И ты уж меня прости, главный вопрос: капучино или эспрессо? С женой-то встречаюсь только в дверях. Мы превратились с ней в эталон нерях. Шли нас в палату мер и весов под спеса. Осень, весна ли? Не помню, какой квартал. Кто за плечо меня в тесноте хватал? Что-то случилось. Сейчас еще раз. Осень, весна, не помню, какой квартал.